29 апреля жители Щелково разных возрастов собрались на площади Ленина разделить радостный момент для города – открытие сезона фонтанов. Торжественное событие украсили своими выступлениями местные творческие коллективы и исполнители. Маленьких горожан на площади в этот день ждала веселая анимационная программа. Дети с удовольствием пели, танцевали, играли в предвкушении долгожданного момента. Держи меня за талию и так далее. Ногой нажимаю на педали. Хлопок. Второй. Шагай, давай, танцуй со мной. Пять, четыре, три, два, один. Когда щелковцы дружно завершили обратный отчет до запуска фонтанов, неотъемлемый атрибут приближающегося лета снова начал радовать горожан. Накануне муниципальные службы проделали большую подготовительную работу, проверили исправность основных частей фонтана, промыли и наполнили фонтанные чаши, обновили швы между плиткой, произвели ее шлифовку. Хочется верить, что горожане будут бережно относиться к муниципальному имуществу, и фонтаны на площади, как и прежде, будут одним из главных центров притяжения жителей, где приятно насладиться прохладой в жаркую погоду и прогуляться вечером, когда включают подсветку. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.